В Орловской области более 32 тысяч жителей завершили вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. В настоящее время полностью завершили вакцинацию, то есть получили два компонента вакцины. Это 32 490 человек. Первый компонент получили 48 142 человека. Накануне в Орловскую область привезли еще 6 тысяч доз вакцины от COVID-19. Продолжает поступать в регион вакцина, это «Спутник». Поставок других вакцин пока не осуществляется. И как только будет наработано определенное количество доз ЭпиВака, соответственно, в соответствии с разнарядками Министерства здравоохранения, они будут поступать во все субъекты Российской Федерации, в том числе и наш. Тем временем за минувшие сутки 88 орловчан полностью побороли болезнь. У 58 человек COVID-19 обнаружили, трое умерло.